Шахтеры играют в хоккей с мячом. На Учелинском горно-обогатительном комбинате ежегодно проходит спартакиада среди цехов. 8 команд предприятия соревнуются в 21 виде спорта. Футбол, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы и другие. Всего 3 года назад команды также начали играть в хоккей с мячом. 2 сезона соревнования проходили на открытом льду в Учелах. Нынче оргкомитетом было принято решение использовать хоккейные коробки в поселке Межозерный. 5 команд комбината принимают участие в соревнованиях по хоккею с мячом. 4 из Учелов, 1 из Межозерного. Коллектив очень поблагодарил, то есть мы их встретили. Они довольны и льдом, они довольны как бы вот этой всей обстановкой. То есть мы тут и чай, и кофе, как говорится, приняли как своих друзей. Встречи начались 2 декабря. Игры пройдут также на следующей неделе. Пока каждая команда сыграла по 1-2 игры. Руководство комбината предусмотрело грамоты и денежные подарки для команд-победителей. При этом участники всех команд не останутся незамеченными. По хоккею с шайбой соревнования в зачет спартакиады пройдут в январе-феврале 2019 года. На льду хоккейных коробок в Межозерном с 9 декабря начнутся игры сезона среди подростковых команд. Афиши игр вы сможете увидеть в группе ВТВ социальной сети ВКонтакте.